Всем привет, ребята, и вам очень понравился прошлая серия, где человек выбирается из тюрьмы. Поэтому я сделал новую тюрьму, и, короче, сейчас будет человек выбираться из этой тюрьмы, только я сейчас его переодену, и, короче, смотрите, новая часть переоденулась из тюрьмы. Так, я попал в тюрьму. Так, что мне надо делать? Еще раз. Надо говорить так. Может мне... О, давайте еще раз попробуем как-нибудь побить. Просто тюрьма вообще изи рассыпалась. Еще раз. Так. Так, только еще раз. Если я сильно буду бить, она не рассыпается просто. Она же прошлая тюрьма рассыпалась. Прошлая тюрьма рассыпалась. О, нет, ну что это такое? О, бочка еще. Так, еще, что там бочки у нас есть? О, смотрите, что такое. Это мне пригодится, чтобы полицию уничтожать. Но пока я оставлю здесь. Что у меня там еще есть? Какая-то технология. И есть... Что это у меня там есть? Кружка и все? Ладно. Вот кружка мне не нужна, поэтому я ее попробую как-то кинуть туда в стену, чтобы разобилась. Кидаю, да, разобилась. Разобилась? И что? Вообще-то разобилась? И что делать надо вообще-то? Оно разобилось, и я не знаю, что делать надо. Ничего не получилось. Ну, ладно. Так. Да, ну, мне нужно, мне кажется... Ну, там ничего нет. Подождите. Что там такое? Там свобода или... Там свобода? Ну, прошлой тюрьме было... Вон было... прошлой тюрьме. Вот здесь была свобода, ребят. Ладно. Ну, давайте попробуем еще побить эти коробки с... чтобы сломалось. Ну, ладно. Ладно, давай я хочу взять тогда. Лучше. Взять вот этот пистолетик. И... Сейчас можно просто вот так вот этим пистолетиком. Пока у меня есть патрон. Сейчас сколько там патрон? Пробить. Чё? Не пробивается? Реально? Давай, пробивайся. Да, пробилась. Да, пробивается, да. Пробилась, да. Фух. Все, сломалось все у меня. Так, теперь надо как-то выбираться. Ты тюрьмы. Как этот? Как этот пистолет выбросить? О, выбросил, все. Это будет изи, но что он там уже выход? Ха-ха-ха, это и будет изи. Что? Что происходит? Ай! Что оно шатается? Эй! Ай, да... Я ухожу просто. Ай! Все, я пошел. Что это за такие карманушки? Ай! Карусель какая-то. Что? Ну, я не понял, но логично. Так, ладно. И что, я выбрался, что ли, уже? Я реально уже выбрался? Если ты выберешься из этой тюрьмы, мы тебе дадим укол бессмертия. Что? Это изи просто, я же уже... Нет, ты должен пройти дальше.
Ладно, дальше укол смерти. Ладно, просто пройду, я пройду. Фух, это же мины. А знаете что? Я сейчас... И мне прыгать, что ли, по ним, что ли? Да, прыгай. Да, получилось! Нет! Где я очутился вообще? Точно, я же в тюрьму должен выбраться. А вот первый человек здесь хорошо поналадил. Конечно, я засмотрелся здесь. Так, я, во-первых, вижу вот здесь коробки, из которой я не выберусь. И стену. Ну ладно, давайте попробуем перелезть эту стену. Чего она шевелится? Что? Ай! Что это такое? Ловушка выигранная. Следующий человек. Оп. Что мне делать? Эй, почему я в платьишке? На тебя, пока ты спал, надели платьишко. И ты будешь в этом играть. Да ладно, я сейчас все равно получу этот укол бессмертия. Так, повернусь я назад. Ага. Я же знаю эту ловушку. Надо не перелезть, а надо просто идти. Когда ты просто идешь... Она начинает делать вот так. А когда ты вот так вот идешь, просто идешь, и она тебя поднимает. Ай! Что? Что? Нет, я не знаю эту ловушку. И что мне делать теперь? Меня закрыли. Что мне делать? О! Ай! Ай! Моя нога! О, выбираюсь! Выбрался. О, хотя бы отдохну. Ладно, надо уже отправляться в путь. Здесь надо чуть-чуть вот так вот паркурить. Я думал, я знаю. Это мне на пути не надо. Дядь, это ловушка. Как-то надо подняться. Тогда я буду подниматься. Вдруг надо подниматься. Я поднялся. Фух, все, этой ловушки больше нет. Так, что здесь такое? Мины! Ха-ха! Так, я все понял. Надо перепрыгнуть. Прыгаем! Так, до сюда дошел. Теперь надо аккуратно. Как-то вот так вот передвинуть. Мины. Как-то вот так вот аккуратно. Вот так вот передвигать. Мины. Ха-ха. А что, не ожидали такого? Ха-ха. Это читерство. Ха-ха-ха. Вот так вот. Ха. Что вам? Вот так вот хорошо. Сейчас все эти мины передвину. И выберусь. Хотя подождите. Мне даже надо все это перепрыгнуть. Ха! Все, ты проиграл. Ну все. Прыжок маленького дама! Ура! А!
мной все нормально, со мной все нормально, я сейчас пройду. Я просто отдохну чуть-чуть, я просто... Со мной все нормально с минами, все со мной нормально. Фу, все, я встал. Фу. Что? Вы как вы думаете, как я это все перепрыгну? Скажите. Хорошо, что одномина вообще меня этот... Одномина меня не убила, а то бы было бы плохо. Так, капкан, значит. Перепрыгиваю! Нет! Нет! Я доползу! Я доползу! Стенка открылась. Проход к уколу, который делает бессмертный. Последнее испытание. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Короче, они не смогли выбраться из тюрьмы.